Каждый родитель хотят, чтобы их чадо выглядело красиво, опрятно. Некоторые даже заказывают одежду у дизайнеров. А вот уж кто не только носит модную одежду, но еще и показывает ее на подиуме, так это воспитанники театра моды «Либерти», которые отметили выпускной. Девчонки и мальчишки продемонстрировали одежду из летних коллекций в одном из торговых центров города. А после их ждал сладкий сюрприз. Анастасия Коробенко побывала на празднике. Красиво улыбаться и правильно ходить эти малыши любого взрослого научат. Детскую студию театра моды «Либерти» многие посещают не первый год. Дочка занимается в школе «Либерти» уже второй год. То есть мы пошли туда, чтобы научиться правильно ходить, раскрепоститься, научиться дизайну. То есть она любит очень рисовать, что-то моделировать. Мне больше нравится выступать. Это очень мило. Когда на тебя смотрят все, это даже не пугливо для меня. Сейчас в детской студии театра моды «Либерти» занимается около 60 ребят. Свои достижения они продемонстрировали на отчетном показе, где представили сразу несколько коллекций модной одежды. Нарядные костюмы для одной из них ребята сделали своими руками на занятиях по дизайну. В театре моды дети учатся понимать, что такое одежда, как ее правильно носить, когда, при каких условиях, как правильно одевать, пропорции в одежде, цвет. Получают все навыки демонстрации одежды на сцене, на подиуме. Прошедший год вообще выдался насыщенным. Помимо показов, тюменцы участвовали в нескольких конкурсах театров моды. В Екатеринбурге и Омске даже завоевали призовые места. После модного дефиле все отправились на дискотеку. Там ребят поздравили с окончанием учебного курса и угощали вкусным тортом. Анастасия Коробенко, Александр Гришин, Сибинформбюро.